Вставляем видеоглазок на дверь AVT Super IDOO S50. А глазок представляет себя мониторчик с дисплеем, с одной кнопкой управления, разъем питания, включение-выключение, карта памяти, включение Wi-Fi. А камера подключается через вот такой вот разъемчик. А сама камера с инфракрасной подсветкой, с датчиком освещения, с микрофоном и микроволновым датчиком движения. А в комплекте идет пластина для крепления на дверь и набор болтов для различной толщины двери. И также провод для питания или зарядки самого глазка. А кнопка служит исключительно для включения видео информации с камеры. Все управление идет со смартфона. Он подключается к приложению Smart Life. Как подключить, мы покажем в следующем видео. Вот он же подключен. Вот нажимаем на камеру. Это можно сделать с любого места, где есть интернет. Вот. Сейчас мы вот увидим изображение с камеры. И также возможность как-то настроек. Здесь вот кнопочка воспроизведения. Здесь мы можем найти различные записи, которые были сделаны вот, ну, в процессе того, как глазок стоял, эксплуатировался. А дальше галерея. Здесь мы можем посмотреть записи, которые мы сделали вручную нажатием. Цвет темы, темная, светлая тема. Ночной режим, мы выбираем авто, включить и выключить. У нас он выбран авто. Также громкость, датчик движения, включить, выключить авто. Вот. Также есть функция включения на полный экран. На экране есть включение микрофона. Ну, микрофон, на него очень надеяться не надо. Также включение динамика. Качество звука оно оставляет лучшего, как на всех подобных глазках. Для того, чтобы что-то сообщить на глазок, мы нажимаем на эту кнопку и говорим. Раз, два, три. Ну, здесь он рядом, он пищит. Ну, тоже вот он что-то говорит. Чтобы сделать вручную, мы лучше выключим звук, вручную фото, нажимаем вот на эту кнопочку. Чтобы сделать видео, нажимаем на эту кнопочку. Для того, чтобы закрыть видео, еще раз вот нажимаем, видео падает. Ну, в общем-то.